Вот у нас два мальчика катаются, не один, да, киселетик? Ну что, братан, а? Весна. О, весна! Весна пришла, весна пришла! Да, какие у тебя зубы классные! Ой, какие зубы классные! Почесалки! Ой! Жек! Жек, покажи это Смегло из «Властелин колец». Вот. А, моя прелесть! Никому не отдадим нашу прелесть! Датствуйте! 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 Мы, блядь, хуй пойми опять, где и как обычно занимаемся хуйней! Колян! А, блядь, давай! Ёб твою мать! Выровнять не надо чуть-чуть. Кати, кати, не бойся. Давай, давай. Покатай на раме. Сотку идет, короче. Да ты чё? Ну вот я еду сейчас 105, мы его догоняем. Это 80-ка, слушай, херачит. На 72-й так не пойдет. Я ебу, перевозка пассажиров. Привет. Пассажир нарушает все правила дорожного движения. Да. Почему не пристегиваете его ремнем безопасности? Где детская клетка? Спроси у него, не хочет. Как зовут? Мишка. Мишка. Мишка, ёб ты мать, где кресло, блядь? Где кресло? А что ты за налегаешь? А куда я налегаю? Тише, тише.
Не трогай. Я тебе психоклинику сдам, понял? Ты меня понял, нет? Денис, нахрен ты так сделал? Ты дебил? Ты же конченый человек. Без страховки. Просто держит с одной рукой и моет. Еще так еще и тщательно очень моет. Не привязалось, ничего, нормально все. Ужас. Вот так вот. 30 декабря. 35 маршрут. Стоим на Далдыкане. Ого, ветер. Со снегом в лицо. И ничего уже не делают больше получаса. Так, в каких условиях люди ждут непонятно чего. Че, пацаны, проезд подорожал, да, в автобусе? В Новобайдаевку поплыли, да? Ну, где остановка-то следующая? Понятно. Давай, он тебе хочет помочь. Машину сюда, сюда. Давай, он хочет тебе помогать. Все, здесь тебе. Он хочет помогать тебе. Ой, ой. Можешь тебе помочь? Обойди так лично. Дай ему, он сам открутит. Да. Натуральный. Вон он там. Поменяй, пожалуйста. Не надо так, там нормально. Вот здесь, вон там, да, да. Блин, ехал. Ой. Что он живой? Чувак, дышишь? Дышишь? Твою мать! Нормально? Живой? Эй! Что робил? Колосали бить? Привет, друзья! В общем, вчера в App Store нашел очень интересное приложение. Называется оно Dog Translator. Как заверяет разработчик, с его помощью можно общаться со своим домашним любимцем. Я, естественно, решил это проверить. Сейчас вам покажу, что из этого получится. Нашел собаку. Сейчас проверим ее реакцию. Yeah.